И сюда заводили по одному человеку. Тут садился всегда следователь, тут садился старший. Ну и тут еще мог находиться... Следователь полиции. ФСБ. ФСБ. Позывные какие ФСБ ты знаешь? Кот. Кот, когда ты не знаешь, да? Ну, вот такой меня допрашивал. Он садился тут, тут садился старший. Вторая, да, после допроса? Она закрыта там? Да. Ну, вот тут... сейчас мы ее откроем. Вот так вот проводился у них допросы. Какие вопросы задавались? Что они хотели вообще? Кого знаешь, кого сдать можешь, расскажи, где живет, кто остался, кто за Украину, кто тероборони, кто еще отложник. Угрожали, мирное небо увидишь только на минном поле, вместе с собакой, кто первый, ты или собака. Угу. Ты понимаешь, что у тебя тут семья. Ну и все люди, в принципе, ну, рассказывали, да? Ну, не знаю, с меня, я пришел, вот уж первый допрос у меня был, меня минут 40 током били. Как они еще пытали? Ток, да? Стреляли, ну, лично в меня стреляли еще. Стреляли из пневматики, да? Или с пневматики, или с газового, не знаю, потому что я был в мешке. Угу. Били битой или трубами. ФСБшники в кабинете закрывали и делали, что хотели. Когда вот сильно больно, ты кричишь, еще бита попадала за то, что ты кричишь. Непонятно было, откуда они приехали, ФСБшники. Там не Москва, не Москва, там, ну, но, как общем, там обсуждали. На одном допросе, когда он у меня в телефоне нашел сына собаки и орки, еще долго будут у Купьянску. Он начал меня, говорит, что вы нас обзываете. Я говорю, а вы нас что обзываете нацистами? Вы видели хоть тут одного нациста, если мы все украинцы? Так тут паяльником выжигали кресты. Ну, немецкие. Немецкие, да, выжигали паяльниками. Тут было такое... А есть эти люди, понимаем, кто они? Ну, это... Он знает одного, он как раз передо мной, он с ним вместе находился, что ему выжигли паяльником на теле. Ну, много криков было всегда, потому что вот с этой комнаты очень много криков. С этой? С этой? С этой. Потому что тут всегда по ночам какой-то. Я просто находился вот в этой камере как раз. Покажи камеру себе. Вот. Нас тут находилось 8 человек.